Какая разница, на каком я буду говорить с тобой языке? На русском, украинском, на английском. Звучит эта мелодия, как свет, горящий в маяке. Я буду говорить не о далеком, но о близком. Нам эта жизнь дана не для того, чтобы разделять, а для того, чтобы понять единство. Есть время, чтобы научиться понимать. И есть что вспомнить. И, надеюсь, будет чем гордиться. Мы люди, может быть, из разных мест, но здесь у нас всех одна дорога. Звезда Давида, полумесяц или крест. Мы думаем, что знаем, но никто не знает Бога. И этот мир чудесный и простой, всего лишь миг, дарящий нам беспечность. Пожалуйста, не двигайся, постой, послушай музыку. И жизнь, через которую мы постигаем смерть, и смерть, которая знакомит нас с любовью. Мы можем радоваться вместо того, чтобы терпеть. Мы можем просто быть собою. И все различия и горечи сердец — лишь глупости, придуманные нами. Мы люди, мы творение венец. Мы Богом созданы Его руками. Скажите, что еще нам нужно знать, чтобы любить, не убивать друг друга? Нет времени, чтобы его терять. Нет смысла, чтобы вновь ходить по кругу. Нет слез, чтобы опять их лить. Нет места, где искать спасения. Нет повода себя забыть, теряя крылья вознесения. Так пусть же каждый будет, как творец.